minus 15 seconds. T minus 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Pitch program is in. Roll program is in. Нет, не забыли. Такие, как ты, не уходят бесследно. Уже 20 лет, как тебе присудили стать героем посмертно. Пускай ты лишь груда металла, компьютеров и проводов медных, но твой обреченный исход, словно гений в могиле, взбудораживал нервы. Рожден на Земле для того, чтобы этой планете не стать твоим домом. И вот в 97-м мы с Канаверал познакомил тебя с космодромом. Ученые НАСА по максимум силы значений внесли в твой космический тур. Ракета-носитель на старт, все приготовятся, пункт назначения Сатурн. Маршрут непростой, приучить гравитацию могут давно инженеры. Первый год холостой, для того, чтоб маневром ускорить тебя у Венеры. Затем по прямой, мимолетом домой, еле видимой точкой в ночи, ты попрощался навек с человеком и двинул прочь от Земли. С тех пор ты сигнал на радаре, а в небе ни знака, ни точки, ни следа. Бездушный корабль дрейфует в морях пустоты, изучая планеты. Пусть роботы жертва науки, чья миссия — гибнуть во благо Земли, но сердце никак не способно смириться с потерей легенды. Живи, словно за горизонт нырял среди колец, чтоб одинокий зонт встретил большой конец. Нам не поймать твоих сигналов больше в небе синим, но знай, за все твои труды благодарим. Кассини, словно за горизонт нырял среди колец, чтоб одинокий зонт встретил большой конец. Нам не поймать твоих сигналов больше в небе синим, но знай, за все твои труды благодарим. Кассини, благодарим, Кассини. Мелкие мечты космонавтом бы стать на репите, а где-то почти что за ляд километров в Кассине пролетает Юпитер, пока я на Атласе в школе учусь находить города. Москва или Питер, Кассине летит и летит год за годом гиганту для новых открытий. 2004 июнь, цель достигнута, браво. Конечная станция, теперь ты в плену гравитации мощной. Из газа субстанции точно, ты первый гость в этой далекой от солнца нелепой глуби. Твой долг изучить досконально, как можно подробней чужие миры. И ты перевыполнил цели не на год, не на два, на десятилетия. Дал надежду на поиски жизни в холодных энцелатовских гейзерах. Погружал людей в сказку Сатурна и лун ледяных, подобных Титану, где множество рек, превращаясь в моря, переносят тонны метана. 17-й год, на исходе горючее, время большого финала. Красивые истории, нужен красивый конец, и нам не избежать трибунала. Так много сделал, и мне так обидно, что мы в благодарность кармически тебя заставляем пройти лабиринты колец. С гигантом столкнулся физически, словно за горизонт нырял среди колец, чтоб одинокий зонт встретил большой конец. Нам не поймать твоих сигналов больше в небе синим, но знай, за все твои труды благодарим. Кассини, словно за горизонт нырял среди колец, чтоб одинокий зонт встретил большой конец. Нам не поймать твоих сигналов больше в небе синим, но знай, за все твои труды благодарим. Кассини, благодарим, Кассини. Нет, не забыли. Такие, как ты, не уходят бесследно. Уже 20 лет, как тебе присудили стать героем посмертно. Пускай ты лишь груда металла, компьютеров и проводов медных, но твой обреченный исход, словно гений в могиле, взбудораживал нервы. Project manager, flight director. Go ahead. Okay, we call loss of signal, loss of X-band at... Call loss of signal at
115546 for the S-band, so that would be the end of the spacecraft. Copy that. Project manager on FSO Quard. Maybe a trickle of telemetry left, but just heard the signal from the spacecraft is gone, and within the next 45 seconds, so will be the spacecraft. I hope you're all as deeply proud of this amazing accomplishment. Congratulations to you all. This has been an incredible mission, an incredible spacecraft, and you're all an incredible team. I'm going to call this the end of mission. Project manager, off the net.